Это диджей Виджиланд, и я продолжаю проходить Disciples 2 за Империум. Так, мне придется вспоминать, что у меня тут было. Так. На меня нападали, и я чудом оставался в живых. Так, воскрешающих меня нету. Бабло есть, значит, мне надо сюда добраться. Кто там? Драколич и Дракон Рока. Не, наверное, не осилю. Придется возвращаться. Да, придется. Это у меня все куда-то идет. Карту открывают. А этот занимается такими мелкими отрядами, как вот, например. Кстати, вот это мне тут мешает. Убери-ка ее. Так, нет, ты выйди и убери к гидре Нефени это. Вот. Еще будут наши эти захватывать. Да пошли они. Наши рудники забирают. Прям при мне же. Хватит это терпеть. Щет. Да? Вот уроды. Офигели совсем. Блин, если я сейчас захвачу замок и вылечусь... он ушел. Я хотел его уничтожить. Тут просто все так близко, и нежить... И легионы, и мне приходится разделяться на два. Разбираться с этими засранцами. Смотри-ка, он на меня пошел. Мне срочно нужно вылечиться. Блин, да я не пруд, вы что, издеваетесь, что ли? Офигеть. Они серьезно? Так, этот пускай ее. На все воля Всевышнего. Бирак ядрини, нафиг это. Да? Так, захват. Вообще плевать, кто тут стоит, потому что переть до другого мне неохота. Он защита. Ага, компьютер смог защиту включить. Я включил, потому что он. Ну ладно. Так. Еще 1000 где-то. О, это скоро. Понятно. Так. Воскресить. Тут что ли посидеть, потому что там целая орда идет. Валера. Так, что построить-то могу? Это у меня оружием ударяет. Оружие. А вот этот вот разум. Просто там столько нежити и как-то с ней надо справляться. Поэтому я думаю. И точность 90. Иммунитет к понижению силы, блин. Но здоровье 225 всего лишь. А, у этого 175. Ладно, наверное, вот этот. Только 1500 надо золота. Тут 1500 надо золота. Тут все построено. Блин, бабла надо. Намеренно. Что вам угодно? Что будем делать? Мне это строить надо для рыцарей. Алира? Зачем пожаловать? Ладно, завершим ход.
Вот уроды. Чё творят? Блин. Капец моему отряду. Была моя глупость, да, я слишком... Зачем я к их ему главной столице этим попёрся? Хотел догнать, но, блин, не догнал. Ошибка. Собаки тут везде рыщут. Смотри, они... Все мимо меня решили, но они не пройдут мимо меня, потому что... Потому что... Всю эту фигню мне надо уничтожать. Так. Что вам угодно? Они мне так подлечились. Лечить? Ну давай уж подлечу. Денег на постройку не хватает. К бою! Опа, вот этого я боялся. Опа, нифига, оружие смерть. Так, а это столько смерть. Сейчас подумаю. Инициатива 40, инициатива 50. Так, у него 95. Так. В принципе, понятно. Меняет обувь. Ни хрена себе. У меня оборотень. У меня в оборотень превратился. Ни хрена себе. Так, ну мое оружие. Ничего сделать не могут. Давай. Он всех шестерых? Что? Блин, а раньше он одного мочил, я как-то привык к этому, а он, оказывается, всех шестерых фигачит. Ни хрена себе. Вот это мод сделал мне за подлянку. Так, оружие смерть. Смерть, 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 одна смерть. Так, ты давай тогда отступай. Нифига себе, что творится. Офигеть, не встать. Так. Беда, попал я, блин. Защита. 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 Давай. Вся надежда. О, молодец. Так. Кого дороже-то лечить у нас? Это третий уровень там. Блин, они превратились, я не посмотрю. Лечи. Да. Опа, плюсики. Офигеть, блин, у них этот смерть стал. Да уж. Вот это мод поменял тут. Дела. Сиди здесь. Так, тут. На все воле Всевышнего. Ай, ты у нас. Тебе бы куда-нибудь пробраться туда. Но ее, наверное, не пропустят. Просто-напросто. Да? Давай посмотрим, что будет.
Вот ангелы-то мне тут как раз пригодятся. О, и эти еще тут посражаются. Отлично, чего еще скажешь? Блин, с ними бы союз заключить. Мне бы, наверное, не помешало для начала. Ой, не знаю, как от этой нежити отбиться. Она тут прям прет и прет. Так, уже обратно пошли. Можно, конечно, на пролом опять попробовать на тот замок. Они оттуда, что ли, лезут? А если я захвачу, они не будут лезть. Это кажется. Так. Да? Блин, денег не хватает. О, какие-то орки тут. Так. Мне надо просто... Мне просто надо захватить этот. Блин, а там драконы. Ладно, уберем его. К бою! Так. Самый сильный отряд, видимо. Блин, надо было горгулю валить. Ну ладно, тормознул. Джуми, Закса! Лечить некого. У него иммунитет яд. Ну да. Ух ты, я получаю неплохо. Только вот денег нет. О, это мне пригодится, вот это вот особенно. Плюс 50 к броне. Это вор нежити, это вор легионов. Это за то, что они мой отряд убили, я их основно убил. Так, сюда нам все этот прется. Тут никого нет. Блин, добежит до сюда, что ли? Ой, с этими... С этой нежитью с ума сойдешь просто. Опять она за свое. Опять за своя. Я с этого места просто не продвигаюсь. Из этих. Начну на нижний нападать, а они у меня захватят там. Сейчас вот это захватили, блин. Сейчас попробую себя сюда. Ну ладно, я пойду вниз сейчас тогда, да. Так и сделаю. Кто это нежить вообще обнаглела? Мне тупо денег не хватает, блин. Бабла. А интересно, они доберутся до эльфа и конец, что ли? И это будет плохо. Да? Да. Это со своими жезлами тут еще. Так, давай мы сделаем все же еще один отряд. Скорость 20, 35, 20.
деньги опять потратил. Зачем пожаловали? Сделаю все, что смогу. Он достал меня. Что, смоталось, что ли? Да. А мана мне нужна. Я готов. Что вам угодно? Теперь ты. Всю эту долбаную... Кто там стоит? Еще не доберусь нифига. Ты что тут есть? На день? Чё на день-то? На день неинтересно. Да? Я готов. Да? Чё-то сходил. Не страшно. Вот еще эти пруд целой кучей. Не бы лучше этих перед. Да куда этот пошел? Другой замок. Вообще офигели. Пока я с этим не разберусь, мне дальше, наверное, идти-то нет смысла, потому что все захватят. И золота не хватит. Офигеть, они еще оттуда прут. Они реально издеваются. Надо башню магии построить ей. А, он у нас стоит. Блин, у меня... Вот это у меня дофига манерон. Да? Нам она не нужна. Так, эти на столицу, что ли, уже иду? Так, отобью замок. Ты что, по круговой прошел? Я слушаю. Так, теперь вы... Зачем пожаловали? Сделаю все, что смогу. Так... там вышел. Так, идем. Кто там стоит? На них ты зачем напал? Вот ведь. Я слушаю. Я готов. Что вам угодно? Так, сейчас еще один рудник будет на следующий ход. Просто что творится? Не знаю, зачем она опять пришла. Одна боится, другая нет. О, там еще. Они везде знают лазят. Не будет его сейчас. Я уверен в своем отряде. Это будет сохраниться. Капец, сколько нежити, это же вообще...
Они обнаглели вообще. Вот твари, бесят они меня. Я просто тупо не успеваю. Туда-сюда хожу. Наверное, ладно. Плевать мне на все, я пойду на тот замок. Я уже не могу. Надо было сразу туда идти. Достаточно с меня набегов нежити, я покончу с этим раз и навсегда. Да я бы не против. Не горячись, Лолиана. Это безумие, наше войско слишком мало для них. Нет никому не одолеть эльфов. Я не желаю сидеть и ждать, я должен... Должна? Что? Довести дело до конца, надо изгнать демонов. Поступай, как знаешь, Лолиана. Мне не отговорить тебя, но ради богов, будь осторожней, ты нужна народу. Да? Надо вот этого скукуна убрать. Сначала. Ладно, сделать то, что хотел сначала. Ни хрена себе. Они не перегорячились, ну, слегка. Офигеть. А если быстрый поединок? Офигеть. Ух ты. Что это такое? От негативной энергии? Нифига себе, что за негативная энергия такая? Дела вообще очень плохие. Тут одна нежить, я одна готов. Нежить. Сделаю все, что смогу. Нет, Мари. Что это с этим делать? Надо продать что-нибудь, что ли? А продавать-то нечего. Тихо, опять воскрешать. Я готов. Ужас просто. Кошмар. Нежить вообще обнаглела. Естественно. Капец, блин. У них отряды вообще мощные, я офигеваю. Может, я зря я... Офигеть, не стать. Вообще обнаглели. Как мне с этим всем бороться? Надо было сразу захватывать этот город. Да. Офигеть. Там, наверное, пока не захватишь, они так и будут лезть. Офигеть, он один остался. Давай загрузим. Да?
Так, это я где вообще? А? Что-то я не то загрузил. А если с этого же места старого загрузить? Тут у меня, правда, раненые есть. Просто тут дела вообще творятся ужасные. К бою! Попробую прорваться. Плюсик, у меня уже плюсы, блин, изо всех щелей валят. Блин, осталось дойти немного. Блин, 200 маны. Я готов. Молодец. Точно беги туда. Да? Ой, так, ну попробуем. Интересно, выстоит мой отряд против этого натиска. Эти сейчас я забил. Первоначальная цель — это тот замок. Потому что они оттуда прут и прут. Это и моей миссии конец. Так, это да, ожидал я. Сматывается. Или у меня такой артефакт? Так, выстоял. Опять не нападает. Отлично. Так, тут у нас... Аналогично. Молодец. Так, я могу построить. Блин, не могу построить. Не хватает. Приветствую вас, люди. С радостью принимаем вашу помощь. Проклятый темный эльф Мерт осадил наш город со своей армией нежити. Знаю, за всем этим наверняка стоит Мортис. Темный эльф? Возможно ли такое? Насколько сильное волшебство нужно для этого? Кто же этот столь одаренный волшебник? Наши оракулы рассказали, что сама Мортис совратила Мерда с пути света и даже дала ему власть над своим прихвостнями. Мы поможем вам уничтожить его, но, пожалуйста, не входите в эльфийский город, это запрещено. Уничтожить темного эльфа Мерда, пока он не уничтожил эльфов. Хиларион должен уцелеть. Это он, что ли? Да? Нео. Зачем? Что за Хиларион? Да? Он, что ли? Хиларион, ага, это он.
96 проклятие лесов. Нифига себе. Хорошо. Сколько у него? 4, да? Куномерак. Мяха вкусные или нет? Так, а у них лучники 25, инициатива 65, а здесь 60. Но они модернизируются, если что. Давай в одного поставим. Он же должен целеть. Замедление, стойкость даже, нифига себе. Я готов. Так, а ты туда... Зачем? Так. Пока все не тряслось, спрячься. Да. Вот мне бы, может, хватило, если вот этот рудник. Надо было этот рудник сначала. Так, ладно, ты. Что с собой делать? Валера. Сколько у него лидерства? 2, что ли? Да, 2. Пускай они замок, что ли, захватят. Вы меня звали? Он вроде легкий. Так. К бою! Блин, все ходы ушли. Куда ты сматываешься? Сначала нападает, потом сразу отступает. Это странно. У меня бы 2 воскрешалки, и мой отряд был бы целым. Так, ладно. Ну вот это вроде получше сейчас пошло. Правда, мой главный в опасности все же, хоть у него полные хп. Да ладно, захватывай, я отобью все равно. Вот урод. Он не самая главная сейчас проблема. Вот ты засранец. Нифига себе. Обнаглели вообще. Но мне главное построить, плевать на этих всех. Главное построить ангела, и я могу этих всех оборотней валить. В этой части я отступлю, и там они с этими, с легионами будут сражаться. А я тут в сторонке. Так, или я могу вот это построить? Но нет. Вот. Да? Так. А победю ли я? Фиг его знает. К бою! 75 шестерых. Ёшкин фиг. Перестарался я, походу. Промазал. Блин, его убили этого-то. Ладно. Сначала главное этого убрать. Так, молодец. Он еще выстоит, офигеть. Ах. 2 жизни. Так, мочи. Молодец. Блин. Офигеть. О, новый уровень.
А, ничего никто не скажет? Блин, у меня все дохлые, кроме главного. 400. 400. 700. 400. Ну, это тоже 400. Офигеть. Чё, этого убили? Офигеть. А у него ничего нет? Нет. Я ж думаю, двоих этих-то завалит. Так, мочите все одного пока. Нифига себе. Что-то новенькое для меня. Круто. Это прокачался вообще. У нас свой замок где-то тут, в углу. Это был древний эльфийский город. Посмотрите, здесь изображен Мерт до того, как Мортис превратила его в темного эльфа. После такого кошмара эльфам не оставалось ничего, кроме как оставить город. Опасный он враг. Ну, город у нас. Ничего не лежит. Нет. Ладно, пускай... А где? Вот он. Пускай они там втроем бегают. Так. Офигеть, блин. Вот это сложность. Главное, не напали, чтобы на моего основного. Он там вообще один. Обычная параличка его. За это, за параличек, блин. Нежить и ход. Посмотрим, что они будут делать. Главное, не на тот замок. Тут с друг другом будут воевать, как я и думал. Фу, они вроде не нападают. Я хоть кого-нибудь воскрешу, надеюсь. Ребят, мне не хватает. Так. Выносливость хорошо. Первый удар хорошо. Инструктор хорошо. Но мне, блин, и так денег не хватает. Или выносливость, или первый удар. Может, первый удар? Может, выносливость. Да, выносливость. Вы меня звали? 342. Блин, я никого не воскрешу. Надо что-то делать. Алира. А его воскрешу? Ящера. Так, стой тут, охраняй на этом островке. Блин, я никого не могу воскресить. Печаль, беда. Зачем пожаловали? Так, тут рудник у нас. Тут хотят отжать рудник. Но мы просто так не дадим. Ах.
уж нападешь. Да, блин, опасно. Что вам угодно? Ничего не остается, кроме как ждать. Он один-то меня не захватит уж. Вот урод, у меня и так дохода нет. Зато нежити не идет. Подкрепление. Не появляется теперь. Надеюсь. Офигеть. Офигенно просто. Все равно прут оттуда, смотри. Да уж, беда. Что ж, это был DJ Vigilant. Увидимся в следующей серии.